Приветствую, друзья! Сегодня я хотел бы вам рассказать про поистине уникальное решение в конструктивности малоизвестного токарного станка, даже у себя на родине в Филадельфии, штат Пенсильвания, Смит Драм, середины 20-го столетия. Как вы уже поняли из названия, станок обладал уникальной способностью выдвижения верхней части станины вместе с суппортом и задней бабкой, увеличивая таким образом РМЦ, позволяя обрабатывать более длинные детали. Однако, это еще не все. Когда станина отодвигалась назад так, что открывался зазор между передней бабкой и верхней выдвижной части станины, можно было установить огромную торцевую плиту и использовать станок для торцевания. Обычно возможности токарного станка по диаметру ограничиваются тем, насколько поперечная салазка может быть отведена назад к оператору. Смит Драм преодолел это ограничение, сформировав поперечные салазки на продолжении в передней части седла и, самое главное, обеспечив их поддержку с помощью глубокого кронштейна, который доходил до нижнего края станины. Для сохранения крутящего момента с коробки подач на ходовой винт конструктор придумал механизм передачи, который состоял из небольшого по длине винта, редуктора и собственной маточной гайки. Во всех остальных отношениях токарный станок выглядел традиционно. Была установлена коробка скоростей быстрой смены винтовых нарезок и передач типа Нортон. Хотя, возможно, она выиграла бы от добавления дополнительной коробки на выходной стороне для расширения диапазона нарезания резьбы с ведущим винтом довольно малого диаметра и навесным валом для подач скольжения и наплавки. Бабка имела одноступенчатую редукторную заднюю передачу, которая предположительно позволяла снизить скорость настолько, чтобы справиться с торцовочными работами. Прилагалось даже устройство для токарной обработки конусов, что делало станок действительно полезным для широкого спектра обычных работ.